Привет, друзья! В Китае состоялся первый в мире боксерский поединок роботов-гуманоидов. Бой в стиле ММА прошел 25 мая 2025 года в рамках CNG World Robot Competition. На ринге были китайские роботы G1, созданные компанией Unitree. Роботами с помощью пультов управляли 4 команды операторов. Боксерский поединок позволил протестировать различные функции роботов, в том числе их способность быстро подниматься на ноги после падения. Разработчики позиционируют Unitree G1 как прочного и долговечного робота, корпус которого покрыт алюминиевым сплавом в сочетании с высокопрочными конструкционными пластиками. Робот универсален, он весит около 35 кг, рост примерно 130 см. Его можно использовать в различных условиях. Батарея робота G1 работает до 2 часов и при необходимости может быть быстро заменена. Стоимость робота более 16 тысяч долларов. В арсенале роботов было 9 различных боевых приемов. Критерием проигрыша в поединке считалось, если робот падал и не мог встать за отведенное время. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.